В марте с прилавков магазинов начали сметать гречку. Сейчас дефицитным товаром стали некоторые антибиотики и противовирусные препараты. Лекарства, которые назначают врачи при ковиде и обычном ОРВИ, найти в аптеках все труднее. А ведь иногда они бывают жизненно необходимы. Цефотоксим, левофлоксацин, арбидол и грипферон – лекарства, которые, по словам саровчан, так просто сейчас не купишь. Жителей стали спасать социальные сети. Если не нашел нужное лекарство в аптеке, можно бросить клич в интернете. Саровчане охотно откликаются на подобные призывы. Ребята, кто в курсе, где в городе купить азитромицин и грипферон? По всей России такая ситуация. Спасибо правительству. Азитромицина вообще нигде нет, даже в НН. Брала в аптеке Саров, в детской поликлинике на Курчатовой и на Советской. Здравствуйте, нужны флаконы цефотоксим. У кого имеются, они без надобности. Один или два куплю, нужно доколоть курс. Продаются и есть они в Сатисе в аптеке. 20 рублей флакон. Один флакон есть, отдам. Брать лекарства у незнакомцев медики не рекомендуют. Мы решили обзвонить аптеки города и уточнить наличие препаратов, которые так ищут саровчане. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а у вас есть сейчас наличие цефотоксим или левофлоксацин? Нет, таких нет сейчас. А обычный арбидол, грипферон? Тоже нет. В большинстве аптек заявленных лекарств действительно нет. Но кто ищет, тот всегда найдет. Из 10 заведений, до которых нам удалось дозвониться, в одном мы все-таки смогли разыскать левофлоксацин, который привезут через несколько дней. Также фармацевт предложила альтернативный препарат. Так, цефотоксима нет, в аптеках остался только цефтриаксон. Они из одной группы, можете попросить врача переназначить. Левофлоксацин немножечко ожидаем в понедельник после обеда. Мы отправили запрос в городской штаб по противодействию распространению коронавируса, чтобы узнать, почему возник дефицит препаратов, кто должен решить эту проблему и как скоро в аптеках снова появятся необходимые антибиотики. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.